И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем, наверное, на дропы. И вот что я вам хочу показать. Ну, посмотрите, какая красота. Просто хоп. Да, черт тебя побери. Пум-пум-пум. Так, ну-ка, встань. Ай, да пофигу, и так видно. Ну, классно же, классно, да? В общем, вот такую фигню я хотел придумать, точнее, придумал, сначала построил, короче, наоборот, этими двумя башнями туда, и потом думаю, ну, блин, а как подниматься? Сначала я хотел сделать, типа, рампу. Думаю, ну, рампа, что? Фу, нафиг, это некрасиво. И тут я вспомнил про элеваторы. То есть, поднимаемся вверх, и все. Только единственное, что из-за того, что у меня здесь стоит этот ограничитель, я иногда в него, в текстуру влетаю. Это проблемка, надо что-то придумать, чтобы в него не влетать. Там внизу у меня тоже стоит элеватор. Если вот так посмотреть, то вот он есть. Вот он фундамент, вот он элеватор. Вот. Если без ограничителя, то я иногда не доходил и тпхался вот сюда. Даже туда ближе, короче, и застревал. И один раз я застрял так, что у меня осталось из моих 1500 кое-как 180 хп, там даже меньше. Вот такая вот фигня. Здесь уже стандартные комнатки, там стандартные недостройки. В общем, уже по идее можно будет переезжать, то есть каждая комнатка в 3 этажа вверх будет. Здесь у меня 12 большие стены. А здесь же обычные стенки металлические. Сделал все из металла. В общем, пока что еще не доделал. Это еще далеко до доделал. Вот. Но количество этажей, по идее, достаточно. То есть, это вот... ставим сюда, чтобы не застрять. Это вот раз, два, три. Вот эти подвальные этажи я использовать не буду. Что еще? Да ничего как таковое. Побегал, там покачался, там подобывал ресурсы. Ну, по большей части там подобывал ресурсы и покачался. Анкилку раскачал почти на 30% скорости. Это просто супер. Это просто вот теперь вообще на анкилке бегать самое оно. Как и Дедикурус, 30% скорости. Это просто что-то с чем-то. Кайф прям. Уи! Погнали. Особенно по катушке это просто что-то с чем-то. Так. Немножко мешанками побегал, потому что нужно было подбывать хитин. Немножко залез в пустынную пещеру, потому что там торчали, высунули свою морду этим богомолы. И я такой, о, богомолы. Ну и чуть-чуть прям так влетел туда на 7000 хитина. Про инфорцеров, блин, я, как говорится, я не помнил и... Ну-ка, падай. Вот, я не помнил, поэтому и не сказал в видео про инфорсеров. Это уже потом выяснилось, что они, инфорсеры, наносят дополнительный урон по зараженным. У них чуть ли не 2x урон по зараженным идет. Это я просто уже когда качал инфорсера, я это выяснил. Так, вот, вспомнил, на что телепорт. Сейчас я вам покажу. О, смотри. То есть вот, поэтому 3000 подделки бьет. Ну, то есть там по всем зараженным, за исключением, наверное, стега, потому что они какие-то бронированные твари, короче. Вот, допустим, хитинка, во. Ну, то есть, как бы понятно, да, что я наношу меньше урон. Вот он, допустим, стега обычный. 400. Ну, то есть, вообще прям ни о чем. И погнали, найдем стега зараженного. Так, вот он, стега зараженный. Да, конечно, хавают они энергии, ну, дофигища. Как бы не поспоришь. Вот, смотри. По 1600. Ну, вы поняли, во сколько раз он больше бьет... Стега, давай, пролагивай, собака. Просто игру перезапускал перед это, и... Ну, вот, как бы, сейчас все пролагивает. Сейчас прогружается. Сюда как-то еще дроп грохнулся. Блин, узнать бы, какой он. Для начала я бы хотел бы все-таки на синего пойти. Вот, и, собственно, вот, вот так вот все. Братан, сорян, ты был в куче. Вот. То есть, как бы в этом плане, то есть, инфорсер приобретает офигенную роль.
как по зачистке территорий. Прям вообще огонь, и армии инфорсеров для зачистки прям, ну, одна у них проблема, они дохленные, прям как не знаю чем. Ну, во-первых, потому что у них нет седла, вот, и им нужно прокачивать здоровье прям ужас как сильно. О, прокачал, смотри, у него пятая обилка появилась, офигеть. У него аж 4 было обилки только что. Я мулаву прокачал, похолодело, появился. То есть я сейчас вообще тупо могу. Она даже не откатывается. Ну давай. Не. Она успевает заполниться. Клево. В общем, только энергия тратится, конечно, дофига. Но. Ну. Ёб твою ж за ногу. О, иди сюда. Ой, видали, насколько сразу урон увеличился? В общем, да, инфорсер — это неплохой защитник для дропов, я вам так скажу. Но пойдем на велике. На велике пойдем, потому что велик умеет стрелять, и это для меня интереснее. Да, появился телепорт мед. Вот, этот телепорт у меня тпхает вот сюда. Здесь забираемся наверх. Собираем мед и падаем вниз. Ну, это дело, летим. Почему бы нет? Раз в 15 минут мед, я думаю, мне когда-нибудь пригодится. А так, когда я вспоминаю, я просто лутаю мед, и все хорошо. Вот, и еще пустыня. Пустыню я, по ходу дела, сломал. Я не знаю, после перезахода не заходил, но сейчас покажу. Сейчас покажу. Андрей, ну-ка, починилась или... Да, она сломанная. Я сломал купол в пустыне. А тем, что я телепортировался тогда сюда, я этим купол сломал, короче. Ну и, в общем, вы поняли, да, теперь он постоянно вот в таком состоянии у меня. Через вот эти вот камни пещерные я просто пролетаю. В общем, он теперь у меня постоянно в говне. Да уж. Ну, сломал и сломал. Что ж поделаешь. Ну, сломал. Ну, не я ж делал. Кто ж знал, что телепортироваться сюда нельзя. Ну, все-таки бета-тестирование. Это ж прототип этих арков. Так что неудивительно, что они так легко сломались. Тут главное зимку не сломать. Это я ж могу и зимку сломать. Ладно, сейчас полетим за... Сейчас говно всякое выкину. Полетим за... Почти угадал. На поиске дропов найдем сначала синенький. Попробуем его подефать. Если останется время. Да, я балаболил на 8 минут, а что поделаешь? Я вам рассказывал, что вообще произошло, учитывая, сколько дней прошло. Кстати, вот на эту постройку у меня ушло что-то порядка 15-20 тысяч металла. Ну, то есть это примерно 10 тысяч слитков. Вот такая вот фигня. Короче, погнали. Буду... Ну, синий, я думаю, это 100%. Чисто соло-велик. Прям изи-бризи будет. Но нужно будет им пораздавать всем этим тп-халки, если что, чтобы их к себе растпшить. И если что-то пойдет не так. Дроп сравнительно легко найти. То есть большие клубы дыма, распространяющиеся очень-очень далеко, это как показатель того, где находится этот дроп. Единственное, что понять бы как он. Ага, это фиолетовый. На фиолетовый я пока что точно не хочу тусоваться, потому что, камон, я ни разу дроп не дефал вообще. Я тусовался рядом, я смотрел, как это происходит, но соло я не дефал. А тусовался рядом, это означает, я стою с одной стороны и защищаю всех тех, кто проходит с этой стороны. Это очень сильно отличается от соло. Поэтому летим, ищем синий и дефаем его. Если фиолетовый этот останется, то потом подефаем его, если пойму, что я смогу.
Конечно смогу, но нужно потренироваться. Вот, ты посмотри, какое классное место под постройку. Есть защита от метеоритов, терминал рядом. Блин, прикольно. Одно только плохо, здесь всегда жрать будет находы, потому что здесь... Здесь дерьмовая атмосфера. Точнее, ее нету. Ха. Офигеть! Я сколько летал, ни разу кецеркулаторов не видел. Это первый! Это, мать его, первый кецеркулатор, которого я вообще увидел! Здесь! Вообще, самый первый был на острове, вроде бы. Блин, а не такая редкость. Ужас, на локалке чищу еще сильнее. Но если что, знаете, где находится. Очень. Спавну не где-то здесь. Кстати, дропа я так не нашел. Я уже облетел вот это все расстояние с того дропа. А ни одного нету. Ха! Байка классно. Ты смотри, здесь уже все готово. Чисто заезжай, достройся. И крыш, все дела. Опять-таки, только проблема, что жрать всегда охота. И все. Я, кстати, нашел только еще один желтый дроп. Все. Да, желтый. Был фиолетовый, желтый. Все весело. Короче, походу видео надолго будет. Долгое. Да, ужасно. Опаньки. Синенький. Уничтожил тот желтый, который там стоял. И вот он. Синенький. У меня образовался здесь. Так, ну давай, велик, иди сюда. Веля, 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 где ты, Веля, Веля? Смотри, вот же ты где у меня. Такс. Вот ты летишь домой. Веля, погнали, хвост. Отлично. Ну погнали, чё? Будем пытаться что-то делать. Хотя можно сюда мешаник парочку поставить. Ну ладно, пока не буду. Если что, всегда успею призвать их. Если что-то пойдет не так. Когда уже щит проломит, тогда, то, насколько я понимаю, они должны сейчас щит сначала проломить, а потом уже пойти на меня. Да. 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 Так. Но, как я понимаю, сейчас пока что мы ждем. Но я бы уже вот этих размочил. А то мало ли чё, где вот это вот... Да блин, не в щит. Так, Карна, сорян, но вы на меня будете нападать. Так, что-то как-то долго. Поле, отлично, уже силовое поле глушит. Ну, кайф. Где глушит, кто глушит, черт его знает. Но кто-то уже где-то напал. Ну да, вот они. Первый. Интересно, то, что я по щиту бью, это как-то это дамажит его или нет? Если знаете, напишите в комментариях, мне это реально интересно. Ну отлично. Паук, ты-то чё тут? Серьезно, что ли? Ты что? Не смог! Вот это ты, короче, конечно, да. Не, ну инфорсер, конечно, побыстрее будет, я не спорю. Но, походу, синий я слишком, походу, заморочился с этим. Задолбанный щит? Вот было бы удобнее, наверное, если бы они подходили бы все бы ко мне, и я бы их не искал вот так вот вокруг этого щита. Вот здесь раз-два, что ли, было?
Или это я по кому еще дамажил? В смысле? А, это я по щиту бью? Ну отлично, по щиту мочу. Ну-ка, иди сюда, силовое поле, сейчас я тебе покажу. Дамажу, вообще хоть тебе не дамажу. Ну-ка. Да, по силовому полю нафиг. Да я больше урона в силовое поле внес, чем они. Так. Где эта мелкая тварь, которая сейчас от меня огребется? И да, и, насколько я понимаю, вот эту вот одну тварь можно ждать долго и счастливо, но там вроде бы какой-то таймер должен пойти. Ужасно. Ну да, прошло время, и они, собственно, исчезли, те, кто пытались напасть. Так, сейчас, наверное, шкала вот эта заполнится, и пойдет следующая волна. Не, слушайте, вот когда я дефал, там вот этих щитов не было. И мы дефали около. Да, я этот инфорсера себя вызвал. Пускай здесь будет. И вот, собственно, кстати, вот. Вот от этих дефаться. Пошел вон, ублюдок, мать твою, за ногу, иди сюда, тварь. Ты зря, короче, чувак, здесь тусуешься. Братан. Давай, короче, в атаку на всех. Интересно, я по дропу дамажу? Не, не дамажу, отлично. Да пошел ты! О-о-о! Это вы сейчас что? А что, что ли, офигели? Давай, иди сюда, сейчас я тебе покажу, что должен делать. Так. Это что, вторая волна? А, отлично, отбились. А? Ну вот и говорю, вот с этим щитом это какая-то срань. Пошел отсюда. Этот щит это какая-то срань непонятная, блин. Они непонятно где. Да, не спорю, хорошо, есть шанс задефать. Но не в соло. В соло, во! Красота! Вот так вот. Хоп! И все. Так, братан, главное, далеко не отбегай! Далеко не отбегай! Иди сюда! Отлично. Да, лучше за собой его свистануть. О-о-о-о. Прям чувствую себя как этим. Прям за ПВОхой сижу. Так. Давай мочить. Ты с той стороны, я с этой. Отлично. Там еще разброс их спасает. Ну, красота! Куда? Слушай, мне это однозначно нравится. Да! Парочку инфорсеров делать, и вообще красота. И дефайся, ух! Они быстрые. Они не кисло так урон наносят по этим чувакам. А ты стоишь на велике и делаешь красиво. Сбивая, как ПВО, система. Еще два осталось. Ну, я думаю, это вот это вот, наверное, один из них. Я угадал? Нет, я не угадал. А где еще тогда? Это самое такое тупое. Так, погоди, я... На что я тебя свистанул? Агрессивный. Такую-то вашу цель. Не, наверное, все-таки давай... Да блин, давай агрессия, фиглив. Самое главное его свистануть к себе и все. Так. Блин, далеко бы тоже не отойти. А то есть может жопа и типа сытоваться. Все. Давай вот того еще глянем. Вот там наверху еще тоже стоит. Непонятное отродье.
Ну, вот этих двух можно искать долго. О, один. Отлично. Вот видишь, он не нападал, а считался как это как нападающим. И сейчас еще вот там наверху надо мочкануть, попробовать. Потому что не подходит никто. Ну, если что, он у меня стоит там. А ты серьезно? Отлично. Надеюсь, это было все. Нет, это просто раптор. Ну тогда срань. Отлично. Дождались. Сразу же идут летуны. Рапторчик, иди в жопу. Чик, иди, говорю. О, погнали, погнали. Отбиваемся как можем. Ты что, так жрабас, что ли? Ты посмотри-ка на него, а. О! Целый караван бежит тут. Ну-ка, пошли вон. Так, отбивайся как можешь. Вот! Ты ж в упор подошел. Так. Ну и чё? Еще один остался. Ну, это как обычно все. Так. Ты стой здесь. А я пойду подлутаюсь. Трек там сверху тусовался просто так. Его посчитала игра, что он из нападающих. Окей. Следующая волна. И не летайте мне тут. Это мое воздушное пространство. А вот и первые гости. Так, отцепляем сразу же, чтобы немножечко больше ему было возможности погулять. Ну давай, 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 давай! Блин. С точностью, конечно, у велика, ну такое себе. А с другой стороны, он шипами бьет. Какая нафиг тут точность? Вообще хорошо, что хотя бы стрелять умеет. В смысле ты, братан, ты с той стороны, ты чё их не бьешь? Бросил их всех, красава! Теперь я понимаю, для чего это нужно, это отбрасывалка егошняя. Это прям реально помогает. Вот он сейчас просто от этого отбросил, и все, красота. Да в смысле? Ну да, практика прям очень хорошая штука. Так, чувак, ты там где? О, мать твою. Слышь, защитник недоросток. Иди сюда. Побежал там куда-то. Собака. Выж за ногу. А давай, 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 давай. А попади ты уже. Ну, наконец-то. 140-й. Жарабас. 3. Он не считался за нужного, да? Значит, где-то опять там за камнем. Ну, ёб твою ж... Сторожи. Вон они, походу, делали наверху. 3 раптора какие-то тусуются. Ну-ка. Ага, 2. Там опять трек тусовался просто так сверху. Ну, возможно, этих рапторов тоже он посчитал за нападающих. Короче, где-то вон там в воде тусовался. Дилка. 1. Второго так и не нашел, где кто. Так. 5-я волна. Это что, он уже, получается, почти типа открылся, да? Угу. Так. Ну-ка сюда. Чтобы далеко не убежал. А то, собственно, вся проблема была именно вот в этом.
Он далеко убежал, и за ним, соответственно, шкребанули в ту сторону. Так, ну и, соответственно, да, на агрессии. А уйди ты отсюда! Отлично. Пока я стою на месте, он сильно далеко не убежит. Так, пошла жара. Не, ну это мой косяк, не спорю. Отлично. Да в смысле ты? А! Я ничего не вижу, братан, спасай. Я вот что-то там видел, да. Не знаю, кто... Ладно, ты нормальный. Ю! Да ладно, ну наконец-то. Ой, на этот раз они сразу все пришли. Так, ты иди в жопу. И сейчас харканет. Давай, харкай. Или ты... Надо как-то что-то тебе это... А, Эджик Тайдом. Хлобыть. Отлично. Потом разберемся, что тут вообще мне надропало. Сначала все собрать. Эй, ты своим хвостом аккуратнее. Все собрал? Да вроде как все собрал, но это крышка, это крышка. Так, давай смотреть, что там мне надропалось. А, капсула, это понятное дело. Ой, ёб твою, аж сколько капсул-то мне понадавали. Так, с этой ресурсы это я подбирал с чего-то. Ну, в целом, такое себе, с одной стороны. С другой стороны, в целом, неплохо. Ну, хавка хоть для инфорсера появилась. А то здесь-то никого такого нету. Он у меня, бедолага, уже это, садится. Ну, так вот. Видите, инфорсер это прикольный. То есть вот он быстрый, он бегает кругалями, то есть только это. Братан, давай без этого. А? А стой, да ты-то куда, иди сюда, блин, ты тоже вот куда-то бежишь. Да, в общем, вот так-то в целом что могу сказать? Очень даже неплохо. Так, пошли вон, ублюдки, мать вашу. Дроп не очень. Дроп не очень, да, я не спорю. А, я все думаю, может подкачать ему скорость хотя бы еще плюс 10. Ну ладно. Дроп не очень, с одной стороны, с другой стороны. Да не! Для синего это вполне нормально. То есть я перевожу это в синие лучи. Так, то есть для меня, для человека, нифига не знающего, скажем так. Я перевожу это в синие лучи, это дофига. Учитывая, что я с этого, можно так сказать, особенно одна вяленка только чего стоит. Ну, как бы, да, это стоит тоже учитывать. Я перевожу это в обычный дроп синих лучей. Это очень кайфовый дроп. Фиолетовый я бы тоже бы задефал. Но, опять-таки же, я думаю, как вариант еще одного можно инфорсера бабахнуть. Ха, еще один дропал. Дропанулся еще один. Можно еще одного инфорсера, чтобы с трех сторон были, и все. Инфорсеры, они все-таки круче, они резко поворачиваются, быстро двигаются и так далее. Вот, то есть, если смотреть, то есть он быстро поворачивается, быстро бегает, лево-право, вот это вот и все. Плюс, когда нужна телепортация, если что, он может отбросить от этого. То есть он, допустим, к лучу подбегает, сразу же бабах, всех откинул, и все. То есть, в плане защитника инфорсер очень даже неплохой. И если что, он может претелепортироваться. Так что да, сам на велике, несколько инфорсеров, и можно дефать хоть желтый, хоть фиолетовый, по крайней мере пытаться. Но опять-таки же, их нужно раскачивать. Я тут, кстати, так, стой здесь, отлично. Просто я его присвистывал, не помню, отцепился или нет. Я здесь еще одного инфорсера случайно убил. Ну, как случайно, я добывал ресурс, а он мимо проходил. Выпал легендарный сотого левела.
тоже неплохо. Даже 106-й получается левел. Тоже неплохо, то есть, ну, как бы... Очень не очень, но урон 90%, здесь 65%, это вполне себе неплохо. Эти, конечно же, ни о чем, особенно вот этот дефолтный. Так что вот этих двух замапахать, и можно хоть желтые, хоть фиолетовые дропы, то есть посвятить одну серию чисто только нарезки из дропов, так как они есть. То есть, например, желтый, фиолетовый зачистки. Плюс есть какие-то наросты, так что тоже надо это посмотреть, что как-то где... Что из этого это из себя представляет, потому что я вообще без понятия, что это такое. Так, сейчас все скину сначала. Ну, а в целом, тропы это хорошо. Но следующим этапом я хочу немножко подзакрыть гештальты с томлением диносов. То есть... Как вариант газбакс, он будет более или менее легко томиться. Гача надо гачу притомить, чтобы какие-то ресы редкие уже появились, начали появляться, там типа черный жемчуг и все в таком духе, то есть надо будет поискать. С гача, я думаю, искать я буду очень долго, нужного. Любого там, я думаю, найду быстро, а вот нужного буду искать долго. Вот, ну и на дропике тоже нужно будет походить уже, как вариант, потом. Ну, а на этом уже, пожалуй, все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!